Существуют разные температурные шкалы. Одной из наиболее распространенных и хорошо известных является шкала Цельсия. Основными точками этой шкалы служат температура таяния льда и температура кипения воды. Первой точке приписали значение 0 градусов, а второй – значение 100 градусов. Расстояние между этими точками разделили на 100 равных частей и получили шкалу Цельсия. За единицу температуры по этой шкале принят 1 градус Цельсия.